На вторичке серьезные сложности. Если описать, что происходит, происходит вот такая ситуация на рынке. Куда вот это все приведет? Разбирать всю эту историю, это, честно скажу, достаточно сложно. Несколько месяцев мы живем в условиях ценовой стагнации. Мы сегодня говорим про цены. И что на вторичке происходит? На вторичке серьезные сложности по той причине, что на вторичке, ну смотри, в марте, в апреле было мало сделок, потому что люди не понимали, во-первых, какая цена рыночная правильная, второе, понимали, что они сейчас вторичку-то продадут, а новостройку не купят, да, потому что тогда еще не раскрутилась вот эта вот механизм, аттракцион невиданной щедрости по снижению ключевой льготной ипотечной ставки. Ставки были там 15-20%, и это, я, честно говоря, не знаю, выдавались ли по ним физические кредиты, да, но тем не менее... Я думаю, что выдавались, но очень мало. Но тем не менее, да, на сайтах я такие условия встречал. Поэтому было мало сделок, у нас даже как бы в моменте было как бы снижение числа там лотов на вторичном рынке, что, в принципе, не очень типичное для... То есть люди просто уходили? Да, люди уходили, люди переводили в аренду, да, то есть что, как бы не понимали, что сейчас нужно сделать. А к маю, к июню, ну, ситуация, по крайней мере, ну, локально стабилизировалась. Я вообще не очень, конечно, в таких обстоятельствах такие глаголы правильно употреблять, но, тем не менее, эта локальная стабилизация произошла. Но в чем как бы сейчас состоит сложность? На первичном рынке очень много возможностей воспользоваться дешевым банковским финансированием, на вторичном рынке такой возможности нет. Рыночные ставки по ипотечным кредитам на вторичном рынке, ну, они, конечно, не заградительно высокие, но они просто высокие, да, поэтому найти покупателя, если этот покупатель с кредитными деньгами, соответственно, сложнее, поэтому провал спроса в Москве, Москва – это единственный регион, который публикует число ДКП в ежемесячном режиме, как бы постоянно, долго, и как бы есть такой длинный временной ряд. По-моему, порядка 7500 ДКП. Это, ну, как бы для ориентира, столько обычно продавались в январях месяцах, да, когда там просто там не 4 недели, а 3, и никто вообще не собирается заниматься чем-то таким сложным и длительным. То есть это очень серьезный спрос. Вторичка вообще более консервативный рынок, что касается там вот этого, как бы движения этих цифр. Вот, поэтому и пошли вот эти разговоры, да, давайте распространим какие-то льготные программы на вторичный рынок, но здесь в чем сложности, да, как бы, есть лоббисты у застройщиков, да, есть лоббисты у застройщиков, им помогают металлурги, им помогают там те, кто занимаются мебелью. В общем, все эти миллионы. Ну, и банки им дают деньги. Банки, да, то есть здесь понятно, столько да. людей, которые могут сходить, объяснить, написать кучу пунктов, записку, да, что как бы мы вот все помним, да, что вот эта вот льготная ипотека была там впервые анонсирована еще в марте месяце, да, там, когда как бы все было настолько непонятно, что даже не хочется вспоминать уже все это. А у вторичного рынка таких лоббистов нет, да, там есть гильдия риэлторов, да, но у нее возможности зайти в нужные кабинеты меньше, чем у ассоциации застройщиков. Как у одного застройщика, да. В лучшем случае, да. среднего уровня. Для большинства тех, кто хочет открыть бизнес в недвижимости, есть три барьера. Первый – высокая стоимость риэлторских франшиз. Вторая – рекрутинг агентов. И третья – необходимость наполнить склад товаром, то есть набрать базу объектов. Именно поэтому многие начинают бизнес с новостроек. Здесь товар уже есть. Но до недавних пор самый дефицитный товар – московские новостройки – был доступен лишь 5 блатным агентствам Москвы. С появлением франшизы «Самолет Плюс» продавать московские новостройки может каждый, кто хочет начать бизнес в недвижимости в любом регионе. Кстати, с этой франшизы уже можно продавать новостройки Питера, а также можно оказывать смежные услуги жителям своего района. При этом стартовые расходы составят всего несколько сотен тысяч рублей.
То есть здесь нет первого барьера, о котором я сказал в начале. Оставшийся второй барьер решается просто. Суть в том, что «Самолет Плюс» – это формат мини-агентства, где не нужен системный рекрутинг. Вы вообще можете пригласить к себе на работу знакомых и родственников. Еще одно сомнение – бренд. Возможно, в вашем регионе он еще не известен. Не переживайте, это ненадолго. Скоро стройки самолета появятся во многих крупных городах. К тому же в 2022 году будет большая рекламная кампания. Но в этот момент ваш регион уже может быть занят франшизой «Самолет Плюс». Именно так случилось с Татьяной Морозовой, нашим партнером из Новороссийска. Но она все же нашла выход. Вам же я рекомендую как минимум посмотреть несколько интервью с руководителями этого проекта. По ссылке здесь и в описании. Напомню, что за проектом стоит не только крупнейший федеральный застройщик «Самолет», но и федеральная сеть агентств «Перспектива-24». Все подробности вы найдете по ссылкам в описании. Успешного бизнеса вместе с «Самолет Плюс». Чтобы купить что-то ненужное, нужно продать что-то ненужное. И сделки, когда ты продаешь вторичку и покупаешь новостройку, они такие распространенные. Ты говоришь о том, что доля ипотеки в первичке там выросла там чуть не до 80%. Да. То есть люди вкладываются в то, в чем сейчас жить нельзя еще. Да, все берут под это дело деньги. Да. А вторичку продать не могут. Это чем-то грозит, вот каким-то таким принципиальным разрывом, что куда вот это все приведет? Ну, это должно... не могут жить совсем независимо. Да, это должно привести в какую-то такую точку, когда снижение ключевой ставки Центрального банка, что мы, в принципе, наблюдаем последние несколько заседаний Центрального банка, приведет к тому, что условия по выдаче ипотечных кредитов, в том числе и на вторичном рынке, станут относительно комфортными. То есть именно поэтому вот все эти аргументы, которые ты сказал, почему не запускают льготную ипотеку на вторичке, они в высоких кабинетах считаются абсолютно верными. Uh-huh. И они рассчитывают на то, ну вот сейчас у нас как бы все равно есть план снижать ключевую ставку, и условия по выдаче ипотечных кредитов, они там постепенно уйдут там из зоны там 11+, там, в зону 9-. Тогда это уже ситуация будет более такой как бы сбалансированной. Цены рухнули. Цены перешли от роста к стагнации. В июне наконец-то рынок оттолкнулся от дна. Мы бы и рады снизить цены, но не можем. Цена со скидкой, с такой ипотекой, с сякой ипотекой, с живыми деньгами. По каким-то там данным, откуда взятым, непонятно. Эти хитрые схемы, они... Я запутался. Никто не знает, что будет дальше. Никто не запрещает там, государству или банку ввести какие-то ограничения, не знаю, там только на, на площади больше, чем, потому что ты же видел, да, вот этот спор счетной палаты с Минстроем, когда счетная палата сказала, что давайте мы берем из субсидирования студии однушки, а Минстрой сказал, да не, нифига. Вот, кстати, как твое мнение, правильная эта позиция, что если убрать субсидирование однушек и студий, то это будет мотивация как мне бы кажется, это такая спекуляция. Мне кажется, это такая словесная интервенция, чтобы если мы сейчас что-то запретим, поэтому пока мы еще что-то не запретили, ребят, давайте, идите быстро покупайте. Но мне кажется, даже вот с точки зрения сотрудника счетной палаты, это получается ну, как бы дискредитация каких-то групп населения. Ну, допустим, человек живет один, он хочет купить однокомнатную квартиру. Ну, почему его лишать такого права? Там человек живет один, хочет купить студию. Люди живут вдвоем, хотят купить однокомнатную квартиру. Ну, насчет дискредитации. Здесь очевидна история с разницей лимитов для Москвы, там, Питера и регионов. Это вот как раз я недавно с коллегой твоим, с Михаилом Харьковым общался. Он сказал, ну он так обиженно это говорил, про то, что а почему у нас лимиты-то меньше? У нас люди как бы хотят жить, опять же, в тех же трешках. И он как раз поддерживал эту историю, что это привело к уменьшению форматов новостроек, потому что, ну да, действительно, как бы есть возможность даже с небольшим доходом, ну что называется, вложиться в новостройку, даже если тебе это не нужно. Да, я, кстати, здесь действительно соглашусь с Михаилом, потому что Екатеринбург попал вот наряду вот с самыми дорогими городами-миллионниками в самую неприятную, что называется, ситуацию, потому что у них лимиты в 4 раза меньше, чем в Москве, а цены, ну, в 2,5, ну, да, наверное, да, раза меньше, да, но тут
действительно получается некий дисбаланс, да, что условно там для дальнего Подмосковья лимит 12, да, где цены даже, наверное, пониже будут сейчас, чем в Екатеринбурге, да, а в Екатеринбурге лимит, соответственно, другой. Ну, дискредитация, она... Ну, тут действительно можно было как-то подойти там более детально, но, с другой стороны, наверное, нужно было принимать какие-то более быстрые решения, наверное, не дошли руки для того, чтобы какие-то модели здесь построить. Я услышал, что сейчас средняя ставка по ипотеке там что-то 6,72 в июне, имеется в виду. Это показатель какого периода там прошлого? Это какой период 2021 года? Там, октябрь? Смотри, давай вот я просто расскажу, как формируется ипотечная статистика. Каждый месяц Центральный банк в последний рабочий день месяца выпускает статистику, под какой процент ипотека выдавалась в прошлом месяце. То есть сейчас июль, июньские выдачи мы узнаем 30 июля, да, или там последний рабочий день. Соответственно, сейчас мы узнали майские. Сейчас мы узнали майские, да. Да. И там есть две цифры, там есть все ипотеки и ипотеки под залог ДДУ, то есть ипотеки, выдаваемые на первичном рынке. И процент, под которым выдаются кредиты на вторичном рынке, таким образом получить, ну, по сути дела, нельзя. Да? То есть есть все ипотеки, есть ипотеки только для первички. Ну, там дело в том, что есть еще кредиты под там, дома, земельные участки, их не так много, и но в той куче тоже. Да, они вот в этой куче, вот это вот все разбирать, всю эту историю, это, честно скажу, достаточно сложно. А сейчас вот ту цифру, которую ты назвал, я все цифры, честно скажу, в голове не помню, но, по-моему, как раз вот все выдачи, вот примерно так 6,5 плюс, а ипотека под ДДУ 4% минус, чуть менее 4% майские выдачи. То есть это все вот субсидировали, заливали дополнительными субсидиями. То есть показатель достаточно низкий, но при этом рынок, что называется, не вспыхнул, не ожил так активно. То есть ипотека перестала быть драйвером таким активным? Что-то другое тормозит? Ситуация не самая простая, не самая как бы радужная. У нас все-таки есть, у нас нет пока что выраженной в статистике роста безработицы. Ну, потому что у нас пока что вся безработица – это либо неполная занятость, перевод в простой, перевод какие-то там смежные задачи, но массово никто никого не увольняет. Более того, как бы есть какие-то сигналы о том, что при попытках запустить вот эти массовые увольнения, да, там приходят из весомых организаций, что называется. Поэтому, но это не отменяет той ситуации, что у людей снижаются доходы населения. Это мы видим даже в статистике официальной. У нас четко есть фиксация того тренда, что реальные доходы населения у нас падают. А с учетом того, что вот есть еще люди, которые там переведены в простой, переведены на частичную занятость, там ситуация еще более сложная. Опять же, есть регионы, это Москва регион, там с очень там диверсифицированной экономикой, а есть регионы, где много производств, которые были так или иначе связаны с другими государствами, да, западноевропейскими и иными локациями, которые как бы получили какой-то прилагательные недружественные страны теперь. Есть, допустим, Калужская область, есть Ленинградская область, есть другие регионы, где много там, машиностроительных производств, где много сборочных производств. Ну, там просто ну, не десятки. Я думаю, даже в Калужской области процентов 15 населения так или иначе было занято вот в этих всех производствах, которые сейчас в лучшем случае приостановлены. И вот именно этот фактор, это доходы населения, это ситуация на рынке труда, это потребительская уверенность. Это во многом и приводит к тому, что ну, не все сейчас готовы совершать самую главную сделку в своей жизни. Мне часто звонят роботы, но на Медне позвонил один, которого я раскусил не сразу. Диалог был настолько похож на настоящий, что я согласился получить информацию в WhatsApp. В итоге сейчас я знаком с несколькими кейсами из недвижимости, которые демонстрируют работу этого робота. Как по найму агентов, так и по работе с клиентами. С примерами и подробностями вы можете познакомиться по ссылке в описании. А фрагмент одного из них вы услышите прямо сейчас. Алло, я вас не слышу. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я звоню вам по поводу квартиры. Удобно говорить? Слушаю. Звоню из агентства недвижимости. Скажите, если мы своих клиентов сориентируем на вашу квартиру, и они будут готовы внести аванс и выходить на сделку, то в случае продажи мы можем рассчитывать на минимальное вознаграждение 2%? Я буду счастлив. Тогда я сейчас передам ваш контакт нашему специалисту, и он с вами свяжется в ближайшее время. Секундочку. Космос вообще. Вот это робот. Все, я все передал. Пускай это будет наш маленький секрет. Подскажите, у вас есть еще вопросы? Куча. Понял, я перезвоню позже. До связи. Кстати, по поводу экологии, у нас сегодня на первом эфире, который был посвящен риэлторским технологиям, у нас был зритель из Калуги, который утверждал, что в Калуге все прямо вот стоит совсем-совсем. Ну, вот, наверное, части этих историй отсюда идут. А если говорить про ипотеку, ну, скажем так, про стройку с точки зрения ипотеки и каких-то других драйверов, мы можем понимать, что вот, например, многие говорили, что сейчас освободятся там в июне эти депозиты, они придут на рынок, или еще что-то, или это все как это, как мертвому припарки? Ну, смотри, пока не будет стабильности, вообще ничего не произойдет. Ну, лучше, чтобы стабильность появилась. Нет, это точно. Это понятно. Лучше быть, да, богатым и здоровым. Ну, просто смотри, ты говоришь о том, что все-таки те застройщики, которые, что называется, в марте, в апреле, поняв, да, что происходит что-то катастрофическое, сказали, нет, нафиг, вот не будем ничего выводить. Теперь говорят, ну, вроде бы как можно. Вроде бы как, вот, вроде ситуация там, да, нехорошая, но терпимая, давайте выводить. То есть в некотором смысле успокоились. Вот можно ли то же самое сказать о потребителе? Ну, расчет на держателей коротких депозитов, он, на мой взгляд, такой, соу-соу, что называется. Uh-huh. Потому что, ну, во-первых, эти люди в марте не стали покупать квартиры, ну, значит, может быть, они им не так уж и нужны. А во-вторых, те люди, которые положили эти депозиты в валюте, сейчас неожиданно обнаружили, что денег в рублях, а квартиры у нас продаются в рублях, у них стало, ну, несколько меньше за эти 3 месяца, потому что у нас, ну, вот такая ситуация на валютном рынке сформировалась. С другой стороны, сейчас гораздо сложнее стало совершить какую-то крупную покупку. 3 месяца назад были одни цены на автомобили, а сейчас цены на автомобили совершенно другие, а некоторых моделей и за любые деньги просто купить нельзя. С квартирами такого нет, как мы уже говорили в самом начале. Ценовая стагнация. Примерно столько же, сколько стоили квартиры тогда, столько же они стоят сейчас. Более того, за счет роста объема предложений и выбор на самом деле стал больше. То есть если взять там 10 миллионов рублей, посмотреть с 10 миллионами рублей на московский регион сейчас и использовать машину времени, посмотреть, что было 5 месяцев назад, сейчас выбор больше. Поэтому есть аргументы за то, что есть на рынке отложенный спрос, есть аргументы против. К аргументам за все-таки я еще и отношу то, что тот спад, который был в апреле и особенно в мае, он все-таки был выше ожиданий. И я думаю, что все-таки этот отложенный спрос на рынке есть. И те бравурные графики, те бравурные выступления представителей банковского сообщества, они все-таки имеют под собой основания. Ну, как бы не врут же они, в конце концов. Ну да. Что с арендой? Я слышал не раз, что аренда в Москве, там, особенно в некоторых локациях, снижается. В Москве ставки аренды снизились везде абсолютно. Mm-hmm. И в дорогом сегменте, и в обычном сегменте. За вот эти вот, сколько уже, там, 4,5 месяца, которые прошли с конца февраля, ставки аренды упали примерно на 15-16%. Причем они вот падали все вот это время. Вот последние несколько недель это снижение прекратилось. Но при этом нужно понимать, что сейчас все равно ставка аренды с стандартной московской квартиры, она выше, чем год назад. То есть год назад мы помним, как прошлой осенью очень сильно эти ставки аренды увеличились, там и 25, и 30% отдельные дни, на самом деле, когда настолько
опустела наша база, там средняя ставка однушки по имеющимся остаткам, она вообще скакнула выше 50 тысяч рублей, то есть чего в Москве никогда не было. Сейчас, вот до этого мы достаточно долгое время жили в парадигме, что ну, такая обычная однушка стоит около там, 40 тысяч рублей в месяц. К зиме этого года мы все оказались в парадигме, что нет, уже не 40, а уже ну, практически 50. Вот сейчас примерно 43-44 тысячи средняя ставка. То есть она вот все время снижалась. Почему снижалась? Потому что очень сильно увеличился объем предложения. Люди выводили в аренду, я уже рассказывал, те, кто не могли продать. Люди выводили в аренду те, кто уехал в другие страны, города, регионы. Надо как-то использовать свою недвижимость. Ну и просто объекты банально дольше экспонировались, дольше не сдавались, да, потому что ситуация непростая, ситуация на рынке труда сложная. Когда ситуация на рынке труда сложная, соответственно, и экспозиция растет, а ставки немножко снижаются. А те, кто из суточной перешли в долгосрочную? С суточной ситуация сложнее, потому что там статистика сбита в связи с уходом компании на букву А и компании на букву Б. У нас формально какой-то гигантский рост аудитории, гигантский рост там, контента. Там, довольно сильно поменялись ставки, но при этом у нас вот нету как такового хорошего фонового значения, с чем это можно сравнить. Это действительно как бы такой вот органический рост рынка, либо это просто переток из одного источника в другой источник. Ну, слушай, как это? Если ружье висит, надо его как-то использовать. Да. Давай посмотрим, что у нас здесь есть. Вот первый слайд. Ты абсолютно правильно сказал, что нужно всегда сравнивать с фоновыми значениями, потому что действительно там отдельные прыжки цифр, они могут быть там день ото дню, неделя к неделе, совершенно драматические формы принимать. Поэтому вот здесь мы свели число сделок по нашим ключевым локациям на первичном рынке и посмотрели, вот куда мы упали в мае месяце, во-первых, относительно апреля, но это простое упражнение, да, тут одно на другое разделить, а во-вторых, относительно фоновых значений 21 и первых трех месяцев 22 года. Если так, одной строкой, московский регион минус 48, петербургский минус 60, а 20 ключевых региональных центров минус 65, это по штукам сделок. Что дальше? Дальше у нас есть уже данные по московскому региону. Я уже говорил, что мы одна оттолкнулись на 20%. Сделки у нас в мае подросли. Вот так мы от него отталкивались. Да? Вот очень заметный спад был в апреле месяце, приличный спад в мае, и поэтому вот, ну, там не помогало 12% ипотека, сделали 9%, не помогало 9%, сделали 7%, залили это все еще там комбинированной ипотекой, ипотекой для айтишников, дополнительным субсидированием по уже как бы конкретным ипотечным программам со стороны банков и застройщиков, вроде как одна мы оттолкнулись. Вот этот график по числу ипотечных, по доле ипотечных сделок, как я уже говорил, вот было вот фоновое значение там около там 65%, даже, наверное, чуть-чуть выше, да, но все равно это не 73, как в мае, и не 79, как в июне. Цены до этого мы жили в парадигме их постоянного роста, да, вот на протяжении 2021 года, если так вот как бы усреднить помесячный рост, ну, примерно на 2,2% в месячном выражении, последние несколько месяцев мы живем в условиях ценовой стагнации. Плюс к этому нужно добавить, что вот непонятно, как будет сейчас, как нужно будет пришивать вот эти прайс-листы, где цена на квартиру гуляет на 10% туда-сюда, к тем ценам, которые все-таки были относительно стабильны. И предложение у нас растет. Во-первых, было мало сделок в апреле, было мало сделок в мае. Если квартиры не купили, они в предложении останутся. Ну и плюс тому очень много было новинок. Очень много новинок выпустили в мае месяц. Чуть меньше новинок выпустили в июне.
Практически 90 тысяч лотов сейчас в московском регионе. Это относительно вот был вот самый минимум в марте 2021 года, меньше 60. Ну, на мой взгляд, бояться этого не надо. Есть такое страшное слово «затоваривание». Его произносили и когда 60 тысяч квартир было, и когда 90 тысяч квартир было, и когда 120. На мой взгляд, есть фундаментальные факторы, которые говорят о том, что недвижимость в московском регионе будет востребована. Это иммиграционные факторы, факторы, связанные с рынком труда, факторы, связанные с тем, что все равно у нас морально-физически устаревает советский жилой фонд. Поэтому слово «затоваривание» бояться не надо. Гораздо важнее, что у нас будет непосредственно с доходами населения. Это, опять же говорю, это и с их потребительской уверенностью населения. Это важнее, чем то, что в кредитном договоре написано. На самом деле, то, что ты сказала про миграционную историю, да. Я буквально на днях получил несколько запросов из приграничных областей, в частности из Белгорода, о том, что местное население, которое имеет деньги, которое имеет активы, ну, дорогие, условно говоря, квартиры, хотят продать и уехать именно в Москву, потому что, ну, вот как бы боятся они там жить дальше. И, естественно, у них есть какие-то бизнесы, они понимают, что эти бизнесы можно будет здесь, как, я имею в виду, в Москве, так или иначе как-то реализовать, там, перенести и так далее, и так далее. И вот этот вот дополнительный миграционный поток, который из тех областей, из которых, в общем-то, не было такой миграции, он сейчас еще прибавляется. Ну, естественно, и Калининградская область там участвует в этих запросах. Но вот как бы, да, я вот в эту централизацию в очередной раз, ну, в некотором смысле верю, что люди в сложные времена всегда бегут как это, за крепость, да, вот. Как тут набеги, ну, соответственно, мы туда в город спрячемся. Если в данном случае это Москва, ну и Питер, наверное. Ну да, с Калининградом, кстати, такая непонятная действительно история, потому что регион очень много привлекал в последнее время мигрантов. Людям вот эта калининградская зима оказалась практически не зимой, потому что, ну, она даже заметно теплее, чем те зимние месяцы, которые даже в московском регионе есть. Вот. Как будет развиваться ситуация с логистическими, вот особенностями обеспечения жизнедеятельности в регионе, ну, это, наверное, тема все-таки там другой передачи, там с Белгородом, с Курском, Воронежем, ну, как бы ситуация как-то вот только-только появилась, да, на повестке дня, ее, наверное, тоже пока что, вот, честно скажу, комментировать. Я чуть добавлю в качестве, как это, такого лайтового, это, да, эмоционального момента. Слышал историю, что под Калининградом одна женщина, ну, позвонила одной моей знакомой, говорит: слушай, у нас асфальт 20 лет не делали, и тут сделали, к деревне. Потом через два дня звонит: ну да, говорит, тут такие 4 здоровые дуры провезли, поэтому асфальт. Понятно. Любопытно. И петербургский регион, тут один график, но тоже одна оттолкнулись, послабее, чем в московском регионе, на 10% роста по числу сделок в июне. Ну, там тоже, в принципе, похожая статистика и по динамике цен, она там около нулевая, и подрастает и доля ипотечных сделок, и увеличивается объем предложения. Я вот чисто как это немножко вижу, немножко слышу, что крупные застройщики федеральные не изменили своим планом выхода в такие, скажем так, регионы, как Екатеринбург, Тюмень и так далее. Я там слышал, уже несколько площадок там запускается от разных застройщиков. Эти регионы вообще как, на твой взгляд, себя могут чувствовать или чувствуют? Потому что они же все-таки не Москва, там нет такого миграционного потока. Может быть, там занижена цена? Просто я вот смотрю, сравнил Екатеринбург, там условно 100 плюс, да, цена 110, да. Да, а Казань, например, 150. Вроде бы для меня, ну что-то, миллионник и миллионник, центр региональный, но разница в полтора раза, может быть, просто недооцененная база, недооцененный регион. Екатеринбург, скорее, там, наверное, все-таки там 120-130, ну, да, хорошо, 120, Казань, да, подороже, ну, действительно, цены отличаются между миллионниками. Я честно скажу, я вот сам экономико-географ, достаточно долгое время за этим наблюдаю, вот не всегда это можно адекватно объяснить. Вот честно скажу, есть какие-то факторы, да, которые там связаны там с местоположением, с доходами, с экономической базой региона, а есть что-то еще, вот, что вот как-то вот появилось на этом рынке недвижимости, да, вот как это столкнулись эти цены в 93-м году от каких-то уровней, вот как-то они, наверное, так и себя продолжают вести. Но на самом деле сильные регионы, они крупным застройщикам, они остаются достаточно интересны. Ну,
девелоперы же строят в московском регионе, я имею в виду в Подмосковье, где цены, в принципе, сопоставимы с ценами на дорогих региональных рынках. Да, там ближнее Подмосковье – это практически как Владивосток, например, да, там где там 160-170 тысяч уже. Там среднее Подмосковье, там какой-нибудь там… Пушкина, Домодедово, да, это как раз вполне себе вот такие города, как Екатеринбург, Самара. Ну, в принципе, они понимают, что у них есть наработанные компетенции, наработанные экспертизы, сейчас стали ниже пороги входа в региональные рынки, потому что раньше у нас все-таки как бы все нулевые, первые половины десятых годов очень были высокие всегда пороги входа на региональные рынки недвижимости, ну, потому что нужно было знать, как реализовывать соответствующие проекты в конкретном регионе, и каким бы прекрасным ни был московский застройщик, ну, там просто банально не знал, там, куда идти и что согласовывать. Да? Сейчас все-таки за счет цифровизации, за счет роста прозрачности целого ряда процедур, это все стало гораздо более просто. И это привело, на самом деле, это в две стороны же работает. И региональные застройщики могут выходить, реализовывать проекты в Москве, и наоборот, московские или общефедеральные активнее идут в регионы. Да, действительно интересно, потому что я видел и крупные застройки, ну, например, астраханский застройщик, крупнейший в Астрахани, открыл площадку в Екатеринбурге, там все риэлторское сообщество возбудилось, потому что уровень презентации был очень высок, вплоть, говорят, до черной икры. Что вот настолько привлекали риэлторов, продавайте, ну, что называется, рисанулись, не сотрешь. Ну что ж, там ты все закончил, да? Да. У меня еще один маленький вопрос остался. А есть ли какая-то динамика, опять же, возвращаясь к новостройкам, по готовности? То есть, понимая, что как это, последние стадии готовности приближают меня как потребителя к моменту заселения в эту квартиру, а ипотека все еще льготная. И, наверное, ну, с точки зрения какой-то банальной логики, вот все почти готовые объекты должны вымываться прямо в ноль. Или это не происходит? А вот те, которые длительные сроки, но они должны оставаться все-таки в экспозиции. Понимаешь, все-таки у длительных сроков есть преимущество в виде относительно да, привлекательной цены, поэтому я бы не сказал, да, что здесь вот-вот готовы и очень быстро вымываются. Все равно больше сделок в самых небольших бюджетах. То есть страха, что не достроят, не появилось? Страх, наверное, появился, но это не мешает заключать эти сделки. Ну, все-таки как бы наш народ, он такой, по-разному реагируют. На самом деле, если возвращаться в серьезный тон обсуждения, ситуация последних четырех уже, да, получается, лет, когда не было ни одного крупного банкротства, она в хорошем смысле этого слова успокоила население, успокоила покупателей. После того, как вот последняя крупная история это с компанией Urban Group, да, после этого не было ни одного как бы сложного случая. За всю историю эскроу-счетов, вот этот механизм, когда нужно было как бы подключать вот всю эту вот историю с банковскими гарантиями, произошел всего один раз, насколько я знаю. Один раз на, наверное, уже несколько, ну, сотен, так точно, хороших изданных проектов. Ну, я из того, что услышал, как бы у меня в голову несколько фраз попало, что оттолкнулись от дна. Вот да. Такая фраза, которая и на графиках она прям вот видна была там. Я смотрю, 7,5 тысяч сделок, оттолкнулись, да. Ну и, конечно, некая стабилизация, успокоение, возврат на какие-то позиции, которые были отложены и так далее, и так далее, и так далее. Ну, мне кажется, такой позитивный фактор в любом случае для рынка. И, как говорится, ну и хорошо, что так. Что ж, спасибо тебе большое. У нас как раз за плечами почти 50 минут. Если есть что-то добавить? Действительно нужно, на мой взгляд, всем нам сейчас, во-первых, сохранять самообладание, разумное сочетание объективной картины мира и жизненного оптимизма. Ну и нужно понимать, что тот горизонт планирования, который мы себе все сейчас можем позволить, но он по объективным причинам достаточно серьезно сократился. Поэтому давать прогнозы, что будет через год, через два, да и там через 5-6 месяцев после всего того, что произошло за последние 5-6 месяцев, я думаю, сейчас мало кто возьмется.
Спасибо большое. Спасибо. Несмотря на это, как бы я желаю вам, берегите себя, своих близких, свой дом и свой бизнес. Ну и, конечно, подходите к покупку, как сказал Алексей, покупке, как сказал Алексей, своей самой сделке, самой важной в жизни, более взвешенно, более, не знаю, как-то сдержанно, потому что рынок действительно сейчас непростой, и в некотором смысле его продолжает лихорадить, поэтому если вам действительно это нужно, то это делайте, если нет, подумайте, и, может быть, не 7 раз отмеряйте, а там 14 раз. Спасибо большое. 49. Да. Спасибо, Борис. Всего доброго. До встречи где-то в интернете. Спасибо. Пока. Интересно. Спасибо.